Здравствуйте. Я Алла Аркадьева, редактор программ Латвийского радио. И рядом со мной очень известный человек Александр Хакимов. Философ, писатель, художник, специалист по ведической культуре. И сегодня мне бы хотелось поговорить вот о чем. Есть такое выражение «человек – кузнец своего счастья». Вот мне это очень не нравится выражение, поскольку я полагаю, что не все в жизни зависит от самого человека. И, может быть, поскольку обстоятельства порой очень сильно давят на него, возникает чувство вины, чувство собственной неполноценности. То есть человек теряет уверенность в себе. Отсюда, может быть, появляется склонность к суициду. Отсюда прозвище «неудачник». Ведь в таком окружении человек жить не может нормально, он не может себя проявить. Ведь все разные, и не все могут попадать правильно в то время, в ту ситуацию, которую вдруг жизнь ему предъявляет. И как же тогда? Где же это? То есть, как бы, если бы человек был бы кузнецом своего счастья, он мог бы управлять своей жизнью. Но мы видим, что вот есть обстоятельства, от которых он, собственно, не зависит, а вынужден что-то делать. Давление обстоятельств, требования времени. Потом, возможно, человек не может получить желаемое из-за того, что общество не оказывает поддержки, например. И в этом смысле он не может как бы создать свое счастье, как бы он хотел, и нет ресурсов или возможностей. Вот об этом, да, идет тема. И мы видим, что это сочетание как бы усилий человека и окружающей действительности. Сочетание, как вот есть свобода выбора, личные усилия, и есть как бы судьба, предопределение уже. И то, и другое существует. Да. И мы вступаем иногда вот в конфликт, и ситуация становится для нас трудной. Мы боремся с этой ситуацией в своей жизни. Боремся с окружающими людьми, боремся за выживание, за место под солнцем, так сказать, за хорошую зарплату. Мы вступаем в такую борьбу. И таким образом мы создаем определенный тип отношений с людьми. Извините, но получается, что все время борьба и борьба. А как же быть с тем, что нужно уметь принять жизнь? Чего с ней бороться-то? Вот принять жизнь. Но тогда как я буду кузнецом своего счастья? Если я принимаю все эти обстоятельства, скажем, если меня общество не поддерживает, я соглашаюсь с этим, с несправедливостью, допустим, то как быть с этим? Если я чувствую несправедливость по отношению ко мне, людей близких, или общества, или каких-то законов новых, например, есть такие новые законы, с которыми люди могут быть не согласны все. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Как вот с этим человеком? Ведь он как бы не способен противостоять вот обстоятельствам или времени, или моде какой-то, или политическим событиям. Сейчас в Украине война, допустим, образование тоже прерывается, скажем, работа прерывается, семейные отношения страдают. И я бы, может быть, не хотел этого всего, но мне навязывает жизнь такие вещи. Я не могу создать как бы свою жизнь, потому что вступаю в конфликт с обстоятельствами, противоречия, несогласованность. Вот об этом и говорю, что высшая воля и мои желания не согласованы. Вот это вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Но как это произошло? А может, мои желания неправильные? Верно. Вот это уже более глубокий как бы вопрос и тема. Вот как я попал в такую ситуацию? Вот уже причину нужно искать, конечно же, в себе. Например, если я сижу в тюрьме, человек сидит в тюрьме. Он может жаловаться, что там какая-то жизнь ужасная, и люди вокруг тоже ужасные, и критиковать. Равное притягивает равное, значит, ты такой же ужасный. Да, вот вопрос в том, как я попал туда, как я попал в те обстоятельства. То есть была какая-то деятельность в прошлом, которая заставила меня прийти вот именно в такую среду. Вынужден был, то есть законы, существуют законы. И в ведах это называется закон как кармы. Судьбоносные законы, что посеешь, что пожнешь. Вот в этом смысле мы как раз кузнецы своей судьбы и получаем. Если я эту деятельность совершал какую-то неблагочестивую в прошлом, я получаю реакцию, вынужден страдать либо из-за болезни, либо из-за конфликтов, либо из-за плохого разума или здоровья. Знаете, очень удобная позиция. Это карма. Все объяснено. Она не все объясняет, да. Это только лишь одна сторона. Есть 5 истин, и карма только одна из них, она не высшая. Карма еще временна. Остальные истины, они вечные. Например, свобода выбора, она выше кармы, говорится в ведах. То есть, хотя у нас есть судьба, предопределение, все же мы в желаниях свободны. Мы имеем свободу. Вот это желание быть свободным, быть счастливым,
а оно всегда у нас есть, и оно всегда применимо. То есть мы можем как бы вкладывать в свою судьбу нечто новое. Не жить по указке просто обычно, или бездумно, а осмысленно начать свою жизнь, обновить как бы мы можем. Угу. Так можем карму изменить. То есть вы говорите о том, что человек каждую минуту, в общем-то, делает свой выбор. И от этого выбора сознательного зависит то, что с ним будет дальше. Верно, верно. То есть карма, она зависит от моих также вот настоящих поступков. Да, от каждого шага. Да. Поэтому говорится, что даже если в жизни трудно, тяжело, все же веди себя достойно. Это в твоих же интересах, ради своего же собственного будущего или будущего своей семьи и страны, сохраняй хорошие качества человеческие, умей прощать, не таи зла, то есть не ухудшай позицию, то есть вытерпи это все. Как если, опять же, та же тюрьма, плохая карма, тюрьма. Если я там начну бороться за справедливость, мне только срок продлят. Если захочу просто освободиться, сбежать, мне только срок продлят. Мне нужно вытерпеть вот эту вот реакцию, как бы вот это наказание свое, она временно, карма, и она закончится. А мои желания, как бы, духовные, они вечные. Во времени я превосхожу карму, если не буду развивать эту тенденцию. Она затухнет. Как вот вентилятор, если отключить от розетки, вот постепенно прекратит вращаться. Ну хорошо, личное, может быть, и затухнет. Но ведь есть карма рода, карма страны. Как с этим? Да, да, да. Да. От кармы освободиться не так просто. И это интересный момент, что два самолета сталкиваются только на одной высоте. И вот эта вот высота, вот когда человек освобождается от кармы, высота его сознания, означает, что он больше не задет как бы этими обстоятельствами, не принимает его глубоко в сердце, не задевает его, как лотос не смачивается водой. То есть в грязной воде находится лотос, он становится чистым. Вот это уже сознание развитое. Хотя есть карма рода или, скажем, какие-то общественные проблемы могут быть, несовершенства. Но сам человек может быть совершенным, находясь даже в этой среде. В несовершенном мире совершенный человек? Как это вы себе представляете? Вообще совершенных людей не бывает. Не бывает. Так, выражение. Но душа. Если бы мы были совершенны, мы бы здесь уже не были. Мы бы не были уже, да. Но душа совершенна, изначально совершенна. И совершенство для человека – это встать на духовный путь. Это первое определение совершенства. Вот можно сказать, что человек свободен, если он уже поднялся на вершину горы и видит выход из дремучего леса. Уже можно сказать, что он освобождён. Вот подняться лесу. Проще, чем спускаться? Да, он поднимает, видит. И вот когда он увидел цель, мы считаем, что он уже свободен. Он уже знает, куда идти. Еще не достиг, но он уже видит. Вот это уже можно считать ступенью освобождения. Совершенство. Ой, все это хорошо. А как? Вот всегда возникает вопрос. Как? Как достичь совершенства? Как идти? Как увидеть? Когда человек рождается, он рождается в невежестве. Он ничего не знает о себе. Он не знает, что пойдет в школу. Он не знает, что потом он женится или замуж выйдет. Он не знает, как будет работать и как он проживет, как он умрет. Он рождается в полном невежестве. Но это он узнает от своих старших. Это они ему скажут. Пойдешь в школу. Потом закончишь школу, потом ты женишься, работа у тебя будет, будет семья. Он узнает это от старших, сам по себе ничего не знает. Подобно этому, как узнать о духовном, должны сказать духовникам. Сами мы не сможем понять этого. Потому что мы рождены, у нас нет такого опыта. Мы знаем, что только есть мама и папа, есть город, где я живу, есть работа, есть мои друзья. Это все, что я знаю. И запредельные вещи я не могу увидеть или потрогать. Поэтому я как бы догадываюсь своей душой, разумом, я могу чувствовать, что что-то есть, а оно что, а я не могу знать, что такое. Мне нужно спросить у того, кто это видит или видел, или лучше знает. И таким образом вопрос возникает о наставничестве, о духовном общении, о духовных учителях и об ученичестве. Вообще, согласно древней ведической культуре, у каждого человека должен быть учитель духовный, и каждый должен стать тоже духовным учителем. Учитель и ученик – это одно лицо. Каждый учитель – это ученик, прежде всего, должен быть. Ну да, никто тебе не друг, никто тебе не враг. Но каждый человек тебе учитель. Это здорово сказано, каждый учитель. Но если человек учится, он может нести как бы это право, принять это право учителя. Если когда он прекращает обучение и думает, что уже все знает, он теряет свой статус. Это уже ложный учитель. То есть процесс обучения уже прекращает прекращаться. В последнее время на людей столько свалилось различных, то, что мы называем, духовных знаний,
Это и все традиционные религии говорят, да, об этом. Стань человеком, грубо говоря. Об этом говорят все философские течения, самые разные. Об этом же говорят и различные духовные общества, и направления самые разные. Кто-то слышит, тот, кто хочет. Тому ничего объяснять особо не надо, ему надо помогать двигаться дальше. Вот тут, конечно, нужен учитель. А кто-то ничего уже слышать не хочет. Он слушает, но не слышит и не хочет. Не кажется ли вам, что слишком много в последнее время всего этого просто навалилось? Некая неразбериха, так сказать, существует, да? Неразбериха в этом вопросе какая-то. Так я понял. Хаос некоторый. Конечно. В уме возникает. Конечно, потому что течения разные. Хоть и говорят они об одном, но по-разному. Да? А самое главное, человеку, мне кажется, нужно все-таки давать какие-то практические вещи, которые помогали бы ему двигаться и сохранять в себе человека, не терять его. Ну вот в практических вещах это самое сложное. Я вспоминаю историю пророка Мухаммеда, когда он заявил, что Бог один, нет Бога, кроме Бога, это никого не возмутило. Потому что люди и до этого знали. Это заявили вообще-то древние евреи. Да, поэтому никто не смутился этим заявлением. Он сказал это потому, что в Кабе было около 300 богов разных. Там Бог пустыни, Бог караванов, Бог воды, денег, чего угодно. И было также божество, которое олицетворяло Бога единого. И вот он сказал, что Бог один. Никто сначала на внимание не обратил особенного. Но когда он сделал практические выводы, начались войны. Что такое практический вывод? Если Бог один, это означает, что больше нет господ и слуг. Что значит, женщина и мужчина одинаково уважаемы должны быть. Для того, чтобы была революция. Господ и слуг нет. Как? То есть слуга равный господину, женщина равна мужчине. Девочек живьем закапывали в землю тогда, не хотели иметь дочерей. Но Мухаммед сказал, если мы слуги одного Бога, частички одного Бога, то мы должны быть равны. И вот тогда начались войны. Вот это практические моменты. Поэтому, когда мы на практических моментах, это самая острая тема в обществе. Вот это наводнение, скажем, информации духовной, с одной стороны, это хорошо, чтобы изучать что-то, искать. Но если мы хотим понять, нужно практическое применение. Вот тут у людей большие проблемы. Например, если я скажу, оставьте мясо, сразу начнется у многих бунт. Или не пейте водку, не принимайте интоксикации. Вот в этом вся проблема. Почему все примеры всегда такие алкогольные, наркотические? Почему всегда на это упор делается? Понятно, что это проблема в обществе. Да. Это проблема не одного человека. Угу. Это то же самое, что любое другое заболевание, которое нужно лечить. Но почему всегда на этом? Как говорить, почему мы всегда идем от дурака, от плохого? Нет, не от дурака. Сейчас даже разумные, высокопоставленные люди, они принимают интоксикации, едят мясо. Они не глупые, они даже лидеры общества. Собственно, и Жданов, наш вот российский борец за трезвость, он сказал, что это не болезнь, алкоголизм, это дурная привычка. Вот так он это характеризует. Это не болезнь, это не нужно лечить, это нужно освободиться от этого. Дурная привычка. Он это доказывает, он путешествует, он миссионер, как бы он большое дело делает, потому что это причина деградации. Хотя, может быть, уже прожужжали по этому поводу, потому что ничего не меняется. Но если мы хотим именно изменить свою жизнь и улучшить ее, то другого пути не существует. Вот это нужно знать. Угу. Либо пить, либо не пить. Вот. Это серьезный выбор. Ну да, здесь судьба, вы уже говорите о сознании. О сознании. Если пить, то вот такая судьба. А вот как видите, на распутье. Вот если направо, вот такой у тебя вариант будет жизни. А налево вот такой результат, а прямо вот такой. Вот это выбор. Я не могу пить одновременно, одновременно познавать Бога. Есть мясо и познавать Бога. Это не сочетается, невозможно. Почему? Ну, потому что это нужно разъяснять более тонким образом. Например, мясо. Что такое мясо? Что это вообще за вкус пищи? Это вообще пища наша? Как можно наслаждаться тем, что недавно вот имела жизнь, радость. Ну понятно, жизни. Бегала, прыгала, понятно. Да, помните. Бернард Шоу, это кто говорил, да? Многие говорили, вегетарианцы. Это извращенный вкус. Вот по этой причине познать духовное невозможно, пока вкусы не очистят. Но представьте такого зубного доктора, врача, который сверлит вам зуб и наслаждается вашей болью. Вы же к нему больше не придете. Это называется садизм. Да, садизм. Вы же больше не придете. Их нужно дисквалифицировать немедленно. Это извращенный вкус, это извращенец. Он, хотя и квалифицирован, но вы к нему не придете. Подобно этому, пока мы едим мясо, мы должны знать, что это извращенный вкус. Мы не можем познать абсолютную истину. При помощи пока этот вкус нашей жизни извращен.
Сексуальная также жизнь. Это тоже вкус извращенный, не духовный. То есть с ним нужно осторожно, нужно опираться на мудрость, чтобы понимать, как жить вот этой жизнью, семейной жизнью, как общаться с противоположным полом. Очень осторожно, потому что этот вкус может привести нас к деградации. Алкоголь, незаконный секс, потом что еще, мясоедение. Это все путь к деградации. Это хотя бы нужно учиться регулировать, как-то ограничивать, хотя бы, это первый шаг. Но современные люди вообще не думают о каких-то ограничениях. Они наоборот думают, не нужно, нужно снять все ограничения. Свобода, свободная любовь так называемая. К чему же она приводит? Деградация. Любовь свободна в сердце. Когда она духовна, она свободна, да, она всегда свободна. Но тело наше не свободно. Оно заточено, мы заточены в эти рамки тела, как душа. И мы вынуждены считаться этими законами. Если мы последуем желаниям тела, душа деградирует еще больше. Бесконтрольно. Если бесконтрольно позволяет себе это делать. То есть законы, человек всегда сопровождает законы. Даже в государстве нельзя воровать, нельзя насилие применять. Законы защищают это право. Повсюду законы. Нельзя жить без законов. И когда я говорю о духовной жизни, это тоже законы. Сначала начинается все с законов, а позже это становится спонтанным явлением, вот этим вот свободным явлением. Позже, когда душа очищается, да, тогда мы можем ощутить это счастье, свободное от кармы. Неужели очищение души зависит от куска мяса? Да, вот такой малости, от одного куска мяса может зависеть наша судьба. Знаете, от одной связи ошибочной может вся судьба зависеть человека. Не с тем свяжется человеком, и вся судьба разрушится. Смотрите. Один раз они там где-то встретятся, потом ребенок на всю жизнь, он бросает ее. Это пример. Вот один шаг неверный, видите? И вся судьба изменится. Человек может есть котлету и быть милосердным, добрым, помогать другому и жертвовать собой. Тоже может и не есть ее. Может питаться быть одной морковкой или листочком салата. Может и быть жестким, жестоким. А Гитлер, например. И совершенно негодяем. Вот да, и он был вот такой вот негодяем. Вот такой жестокий был человек. Его интересовал аспект силы. Когда его спросили, почему он вегетарианец, он говорит, слон, вегетарианец, сильное животное. То есть его интересовал аспект силы, не сострадание. Но вегетарианство дает определенные способности, силу внутреннюю. Ее можно использовать тоже неправильно или правильно, это уже вопрос. Поэтому вегетарианство дается в сочетании с религиозностью, нравственностью, с качествами лучшими. Просто распространять знания нельзя, не развивая качество людей. Даже тот закон кармы, если вы распространите, люди станут жесткими, жестокими. То есть ты страдаешь, ну твоя карма, ну и страдайся. Видите? Видите, все как объяснено, да? Вот, видите, как все. Сострадание, если нет, то знание не должно так раскрываться. То есть одновременно должно быть сострадание. Вегетарианство и другие как бы законы, принципы основаны на дхарме, а дхарма на сострадании. Если нет платформы сострадания, вся жизнь не духовная считается человеком. Чтобы он какие бы обязанности не выполнял, это не будет духовно. Поэтому сострадание его нужно как бы развивать, расширять, вплоть до того сознания котлеты, которую я ем. То есть более тонким и тонким делать. Это относительное сострадание, допустим. Я убиваю животное, но говорю о гуманизме к человеку. А животных на бойнях мы заваливаем просто жестоко. Бог создал человека и дал ему пищу. И животных в том числе. Верно. В ведах тоже есть это. И в ведах, и в других книгах есть, что человек как бы может есть и мясо. Вот. Но там написано в Библии, но и за это спрошу с вас. То есть любая пища, она несет ответственность. Вот какая большая ответственность за то, что мы едим растительную пищу или животных? У животного нужно жизнь отобрать силой, вот в чем дело. А растения нет. Растения спокойно отдают плоды или, скажем, там, зерна. А животное более развитое сознание. Поэтому если мы начинаем видеть там духовную сущность, мы не сможем убить животное. Один из последователей Франциска Ассизского к ней присоединился, был очень гордый такой, знаете, знатный человек молодой, к ней присоединился, когда увидел, что они голодные бродят, те его последователи, они же нищетствовали, они просили подаяния, вот в таких вот очень суровых условиях практиковали. И им кто-то пожертвовал ягненка живого. И они не могли убить этого ягненка. Но потом раз ягненок остался жив среди такого количества голодных мужчин, значит, это я с ними. Значит, это что-то духовное. Да, они это можно понимают, понять, что такое да. любовь, что такое сострадание, что такое живое существо, они различают эти вещи. То есть вот на более высоком уровне сознания мы тоже должны чувствовать, что это тоже насилие, это тоже боль.
Это тоже ответственность. Ну да, если мы с вами вырастим курицу, то забить и съесть ее точно не сможем. Ну, это, вот, да. Вот. Это да. Но а кусок мяса в магазине, например, совершенно спокойно покупаешь. Спокойно, да. Но мы же платим. Оплачиваем этот труд убийцам. Веда говорит, что когда убивают живое существо, животное, тот убивает, разделывает, перевозит, продает, готовит, ест, карма распределяется за убийство животного на всех. Когда мы ходим в магазин и оплачиваем, карма распределяется. Как она распределяется? Сначала первый шаг, когда мясо стало поступать вот так вот в магазин, и широко уже хорошо обработано, для нас представлено в таком вот виде, значит, упакованном, комфортном. То есть мы понимали раньше, что люди когда-то сами делали это все, чтобы жить, они сами справлялись с этими обязанностями, животных резали. Когда в магазин стал поступать, они понимали, что это такое. Но по мере того, как они просто оплачивали, они получали этот комфорт, они перестали понимать за этим, за этой ширмой, акт убийства. Никто сейчас этого не видит. Просто видит вкусную котлету. И даже никто не думает, что это только что было зверски забито живым существом. Видите, как карма распространяется. Мы теряем разум. Вот именно таким путем. Оплачивая, снимая с себя некую ответственность, мы тупеем. Мы теряем сознание. Развитое сознание. Мы грубеем. Это же реакция. Если уж вы заговорили о еде, я полагаю, что вегетарианство хорошо в жарких странах. А здесь, в северных странах, без поддержки, в общем-то, жить достаточно сложно. Вот сейчас лето, жарко. Ну, кто будет есть мясо? Конечно, нет. В основном овощи, какие-то крупы, фрукты. И вполне достаточно. Но когда у тебя мороз по 30 градусов, вряд ли ты листочком салата обойдешься. А, тут речь о силе идет. Да, сила нужна человеку. Но сила, она, это говорит, говорится, от зерна исходит. Зерна бобового. Пшеница. Ну, кашу тоже не спасут. Хлеб? Мясо – это не что иное, как трансформированные злаки. Это то же самое. Сейчас делают искусственную колбасу в Москве из пшеницы. Я сам удивился этому процессу, когда увидел. Это тугое тесто, тугое очень тесто пшеничное, потом моют в воде. Когда вся вот эта вот клейковина выходит, белая, да, мутная, остаются вот эти вот волокна, как будто это кусок мяса. Буквально даже структуру напоминает. То его жарите, там солите, что угодно делаете. Ну, сою можно использовать, она тоже... Но имеется в виду, что мясо – это вторичный продукт, первоначальный продукт – это зерно. Кто-то ест зерно, становится сильным, как слон, скажем, или там, как бык, вегетарианец. Ну уж, конечно. Особенно неандерталец, конечно, зерном питался. Неандерталец – нет. Это... Конечно, бегал с дубиной и забивал там какого-нибудь лося. Нет, цивилизованный человек. Лося. Но это не наш родственник. Это другой вид жизни, это параллельный. Все равно наш предок. Нет, нет. Нет, веды говорят, это не наш, не обезьяна, наш предок. Мы дети Бога. Ладно, эту сторону мы оставим. Об антропологии сегодня не будем говорить. Но если мы вернемся к тому, что человек сам отвечает за себя, то на самом деле, вступая в то, что вы говорили, в противоречие, какие-то конфликтные ситуации с обществом, с окружением своим, делая какой-то выбор постоянно, насколько он способен все-таки реализовать себя и противостоять вот тем негативным явлениям, которые, в общем-то, у каждого в жизни встречаются? Это называется духовная сила. Вот есть сила интеллекта, скажем, или умственная сила, которую могу как-то переубедить, или физическая сила, или вооружение какое-то, и при помощи этого я могу манипулировать людьми там, или обществом. А есть духовная сила. И она как бы покоряет душу, проникает в душу. Вот таким путем мир можно изменить. Другим путем мир можно тоже менять, но внешне, потому что внутренние люди не примут насилие, не примут какое-то давление. Даже какие-то убеждения чужие, даже если нравятся, они со временем отвергнут все это, потому что им нужно услышать свое сердце, познать себя, обрести счастье внутри. Навязанные концепции, они временно помогают человеку. Поэтому этот путь, он как бы отвергается ведами как путь. Это вынужденное средство, когда нужно оказать давление, чтобы как бы помочь обществу в критической ситуации, например. Критическая война, допустим. Это давление и на начале, там расстрел за неповиновение, что такая ситуация экстремальная. Но в мире люди должны управляться доверием и любовью, как в семье. И общаться так, чтобы они чувствовали растущее счастье от этого общения, живя в этом мире. Это же возможно. Люди же могут любить. Звучит красиво.
Люди же могут любить друг друга по определению. Любовь-то есть. Теперь вот нужно распознать эти законы. Как это все мы вот теряем? Как мы вступаем в конфликты? Как мы надолго обижаемся? Как мы не можем прощать? Почему иногда делаем дурные вещи? Это вопрос эгоизма. И вот вся культура связана вот с этим эгоизмом. Вот что с ним делать? Он говорит, мясо, интоксикация усиливают эгоизм. Я человек, я могу есть животное, это эгоизм. Или я работаю на свои, пью, это эгоизм. Что хочу, то и делаю, моя жизнь, это эгоизм. Наркоман принимает наркотики, это эгоизм. Кто-то унижает другого, это эгоизм. Мы недостаточно внимательны к детям и к близким, это эгоизм. Ну, в общем-то, спорные несколько заявления. А как же структура личности? Она ведь тоже разная. И тоже от уровня сознания зависит. И потом, знаете, мне кажется, что вот какая душа пришла, такой она и будет. Как-то ее немножечко обработать, как-то подправить можно, но чуть-чуть. Но все-таки зерно ее все равно остается. Вот с какой задачей пришел, то все равно и выполнишь. Я тоже думаю так, что и вот эта судьба есть предопределение. Вот. Но задача в чем? Одухотворить, качественно изменить это. То есть я могу быть счастлив вот в своей судьбе, а могу в той же самой судьбе быть несчастлив, смотря как я использую ее. Ну вот дается такой пример. Например, если взять судьбу какого-то человека по качеству, ну, за железо, ну, обычное железо, скажем. Вот есть золото, есть серебро, есть железо. Ну, вот железо возьмем. Ну, а бы средненькая, обычная судьба. И вот, это моя судьба. Количество железа не могу изменить, я должен прожить это. Но, если я начинаю совершать духовную деятельность, служение Богу, духовной практикой в этой судьбе, считается, что я добавляю уже не железо туда, а качественно другой элемент, золото. То есть духовные поступки, духовные стремления, возвышение ума, развитие качества, служение Богу. Это золото. И постепенно объем увеличивается, как бы, моей судьбы. Верно же, значит, продолжает развиваться. Количество железа не уменьшается, не увеличивается. Но добавляя золото, постепенно вещь признается золотой уже. На железо никто не обратит внимания. Ну да, слой золота становится больше. Вот так трансформация. Открывая железо, да? Да, да. То есть как бы от судьбы мы не убежим с одной стороны, но мы можем трансформировать как бы вот эту самую судьбу. Есть история об одном человеке, который был вором. Профессиональным, негодяем. Он встретил троих человек в лесу, которые искали драгоценные камни и добывали там. С желанием потом убить их, встретиться по дороге, примкнуть, как спутник, и ночью убить и завладеть ценностью. Вот с такой целью он пришел. И они не поняли, они пригласили, да, пойдем, дорога опасная, попутчик хорошо, через джунгли возвращаться обратно нужно. И их одно агрессивное племя поймало, знали, что у них драгоценности, что они в лесу искали. И они их проглотили, чтобы спрятать. И тогда вождь сказал, догадался, что если вы не сознаетесь, я всех выпотрошу завтра. И все равно заберу эти драгоценности. Это наша земля, наша ценность, вы не можете ничего носить. Вот вам ночь думать. И вор думал тоже всю ночь. Вот я так и попал в эту ситуацию. У меня драгоценных камней нет. Я по злому умыслу, но сам оказался жертвой. Так? Но он был умным человеком, он подумал, если меня первый раз потрошат, ничего не найдут. А если кого-то из них найдут и всех убьют. Он думал всю ночь. Значит, он придумал. История потрясающая. Когда вождь племени вызвал этих четверых, он сказал, ну, вы подумали, готовы вернуть или умереть? Они играли на конце свою роль. Сказал, хорошо, мы убьем первого. Когда вышел вор и сказал, пожалуйста, начните меня, это мои братья, мне будет трудно смотреть на их смерть. Меня первого убили. Его убили, вы подошли, ничего не нашли. Вождь раскаялся, сказал, это ошибка, я невинного человека убил, отпустите. И эти трое подумали, что же это за человек, который так пришел, спас нашу жизнь. Это какой-то святой нужен. Они, эти драгоценности, они пустили в оборот, они сделали хороший бизнес. И первое, что они сделали, поставили золотой памятник этому вору, как святому. Видите? Один поступок изменил все качество его жизни. Одна жертва его жизни. Вот хотя бы какую-то жертву человек должен сделать. Хотя бы вот как мать настоящая стать матерью или отцом. То есть для кого-то вот что-то сделать, какого-то человека сделать, ну, благо какому-то человеку или многим людям. То есть, собственно, вот ради этого человек должен жить. И тогда судьба его трансформируется в золото. То есть все отношение меняется вокруг него. Кстати, мне кажется, это в Риге было, в советские времена, возможно, вы помните, был случай, кажется, не ошибаюсь, Рига. Речь шла об одном мужчине, весь Советский Союз по центральному телевидению смотрел о нем.
все были восхищены этой личностью. Он спас жизнь девочки. Идя по площади городской, и он увидел, что ребенок спит на четвертом этаже на подоконнике. Ожидал родителя, она одна была, окно открыла, и она уснула там. И переворачивалась на бок уже в это время, должен был упасть. Вот он поймал ее на руки, на плачеве. Он мгновенно стал лучшим другом семьи и вторым ее отцом. Ну, оказался в нужное время в нужном месте. Так, и совершил нужный поступок. Видите, как говорит Иисус Христос, иди и делай то же самое. Ну, мы должны искать такую возможность. Это тоже карма, да? Вот это тоже свобода выбора. Вот как я буду жить вот в этой карме, это тоже свобода выбора. Например, есть человек, есть судьба. Я могу, вот качество жизни определяю я. Как я буду с ним жить? Терпеть ли я буду? Прощать ли я буду? Это уже я, моя власть это делать. Да? А вот обстоятельства изменить не могу. В той же тюрьме я могу жить как порядочный человек. Не можешь изменить обстоятельства, измени отношения. Измени отношения, да, да. И измени себя. Вот. Вот это трансформация. Вот об этом речь идет. Но интересно то, что и судьба после этого тоже меняется. То есть уже эту судьбу не как железо используют, а как золото используют. Ну да, потому что каждый поступок несет за собой следующий какой-то поступок. Следующий поступок, да, цепь. И доброе дело может погасить дело не очень доброе, которое с тобой сделано. Но там тоже... Тоже от качества, что ли, зависит, да? Видите, мы сейчас с вами говорим о сказках детских. Делай добро, и тебе тоже повезет в жизни. Мы учимся на этих простых вещах. Нет, это какой-то торг получается. Ну, это как-то... Это просто карма. Это неправильно. Конечно. В высшем смысле вы правы, что добро должно быть бескорыстно. Это уже любовь называется, не просто добро. А если бескорыстие, то мы говорим, что это любовь к Богу. А может быть, это просто качество характера человека? Сострадание, милосердие, бескорыстие. Это качество души, наверное. Это качество души. Когда мы стоим на этот путь, мы сразу чувствуем, что это мое. Это мое или не мое. Да, или не мое. Но вот сострадание, когда человек проявляет, он чувствует себя человеком. Добро кому-то делает, чувствует себя человеком. Иногда они даже рыдают, вот эти люди, которые... Говорят, жестокие люди сентиментальны. Да. А вот сентиментальность может тоже проявляться неким добрым поступком. Сентиментальность и жестокость – это две стороны одной медали. Это отсутствие знания. Это основа как бы чувств. Чувством приятно, я принимаю это. Или кому-то больно, я чувственно плачу вместе с ним за этого человека. Или наоборот, я делаю жестокий поступок, а потом плачу. Это вот жестокость и сентиментальность. Видимо, это как бы в природе людей. Они воюют, а потом оплакивают погибших с той другой стороны. А жестоко воюют, а потом снова оплакивают. Они святого убивают, а потом оплакивают его. Вот это тоже не всегда и не все. Очень часто мы видим такое отношение с сентиментальностью. Жестокость – это фанатизм называется. Это вера без знания. Вы смотрите какой-то фильм, такой душещипательный. И так вам кого-то либо жалко, либо вы как-то сострадаете этому герою. И вполне можно заплакать, например. Или слушаете какую-то музыку, которая затрагивает некие струны. И тоже весь в слезах проводишь этот концерт. Это что, тоже сентиментально? Ну, мы способны чувствовать. Это может быть сентименты, но они могут быть правильными сентиментами. Сентимент, он может быть на правильной основе или не на правильной основе. Например, один известный проповедник давал лекции в Индии. И люди приходили, слушали его. Одна женщина, старушка, тоже приходила и плакала напролет все его лекции. Сначала, оказывается, слезами проводила. И как-то они встретились, он спросил, а что вас так трогает в моих лекциях, скажите, дайте мне как бы обратную связь. Она говорит, дорогой мой, у меня была коза. И она умерла. И у нее была такая же борода, как у тебя. Вот когда ты говоришь, твоя борода так же двигается, как у моей любимой козы, я ее вспоминаю и плачу поэтому. Это называется сентиментальность на своей личной основе. Если же мы начинаем проникать, скажем, в судьбу святых людей, в их вот эту жертву, вот, в их сострадание, вот эти слезы уже имеют тоже сентименты, но уже на духовной основе. Это глубоко уже, это лучше. А когда у христиан, вы знаете, есть исповедь, и когда на исповеди человек начинает плакать при том, что он кается в грехах своих, вот это некие очистительные слезы, да?
Откуда же это тогда, это что? Вот это то, что я не договорил несколько минут назад. Когда человек рыдает, плакать начинает, когда признается в своих ошибках и грехах искренне. То есть это есть искреннее раскаяние? Да, это искреннее раскаяние. Это как вот, когда есть греховная привычка или злой поступок. Обычно человек замыкается, отстаивает свою правоту, кого-то обвиняет, да, и укрепляется в этом грехе, как узаканивает, пытается его отстоять. А но в этом случае покаяние, когда происходит, действует как вода и огонь. Вода затушит его, нейтрализует его, у него слезы, начинает чувствовать, что вот это его правильная позиция, что он должен быть честным человеком. Вот это вот осознание своей честности очищает, снова как бы восстанавливает его статус духовный. Он снова становится честным. В ведах есть понятие греха? Да, да. Он называется, ну там названия другие, викарма, грех. Буквально папа, так сказать, грех. И что это означает? Означает, что человек действует по собственной прихоти, не руководствуясь священными писаниями, духовными правилами, не руководствуется. Не учитывает этикет общественный или чьи-то интересы, только свои интересы. Это все греховная деятельность. Это эгоизм. Разница? Да. И там еще говорится, что эгоизм может быть суженный и расширенный. Суженный — это только для себя. А расширенный — ну, для своей семьи. Или для своей страны. Это уже выше, как вот этот эгоизм, как альтруизм, да? Но это все еще форма эгоизма, веды говорят. А вот когда он служит Богу именно, вот тогда это уже истинное эго. Не ложное, настоящее эго. Для него же не существует свой, чужой, своя нация, чужая нация. Это не национализм, это не семейственность, это не эгоцентризм, это и любовь к Богу именно, к источнику всего. Он очищается от всех этих вот эгоистических мотивов. И заканчиваются конфликты национальные, семейные или личные. Вот тогда они заканчиваются, все становится на платформе мира. Совершенное общество. Ну, когда-то оно было, говорят. В книгах описывается как Золотой век. И что интересно, в наше время тоже знаменуется приходом Золотого века сейчас. Как бы будет казаться, что наступает Золотой век с распространением духовного знания этого. А Золотого века стоит ждать? Знаете, вот это интересный вопрос. Нет, ждать не нужно. Нужно участвовать. Пока мы не участвуем, он не пришел. Только участвуем, мы уже там, уже в Золотой век. То есть, когда все начнут участвовать, тогда он и наступит? Любой человек начнет участвовать, для него уже начинается Золотой век. В его жизни это уже наступит. Это вот такой индивидуальный момент. И как человек поймет, что он уже в Золотом веке? Вот как пищу он ест, он же понимает, где он насыщается, и вкус пищи. Индивидуально понимает. Открываются новые энергии, новые знания, вера, наука духовная открывается, счастье. То есть могущество возвращается к человеку, утраченное было. Это как пробуждение. Это сродни, как человек вот болеет, и вдруг выздоравливает. Спал, и вдруг просыпается. Вот этот вот феномен. Должен каждый испытать этот феномен пробуждения. Духовная жизнь, значит, пробуждение души. Сейчас спит и грезит в материальной жизни. Мы мечтаем о чем-то, мы думаем, планируем, хотим в будущем чего-то достичь. А в настоящем мы спим и не замечаем настоящего. Это как сон. Но в будущем мы грезим о будущем. Ожидаем что-то в будущем. А в прошлом можем скорбеть, допустим, что вот что-то утрачено или что-то потеряно. Ну почему? В прошлом бывают и радости. Да, тоже скорби, потому что прошли радости. А будущего человек очень часто просто боится. Да, вы знаете, в современном мире страх, да, страх будущего тоже есть. Много людей таких встречаю, которые боятся от войны, допустим, или быть брошенным, боятся за детей, за судьбу. Есть страх увеличивается, я согласен. Но все-таки надеются, ради чего живут-то, что в будущем все-таки что-то будет лучше. Вот надежда этого у людей есть. Когда надежды нет, это суицид обычно. Уже нет надежды на жизнь и веры, это суицидальное состояние. А пока человек вот что-то делает, он надеется. Надежда умирает последней, говорится. Ну, вы наверняка знаете, что для человека, для его жизни очень важен перинатальный период и очень важен опыт прохождения родовых путей. Как первый жизненный опыт. Да. Так? Да, веды тоже самое говорят. То, что сейчас сказали, веды об этом. Веды говорят, что первая очистительная церемония делается Гарбхадхана. Это церемония вложения семени. Еще до того, как зачать ребенка,
проводятся специальные процедуры духовные, настройка ума, так скажем. Настроить ум нужно, потому что от настройки ума качество ребенка будет зависеть. В каком умонастроении начинается ребенок, вот такого качества ребенок рождается. Недаром говорят, дети любви очень талантливые, да? Да. Вот это хорошо, что вы сказали такое, потому что я не слышал еще такого выражения. Это вот хороший аргумент, я буду теперь повторять, что от любви дети рождаются талантливые и одаренные. Вот. И именно от этой нужно, вот эта любовь очень важна, чтобы дети рождались талантливыми, одаренными, как бы великие вещи делали хорошие. Если они рождаются от похоти родителей, они похотливые, то есть они трудновоспитуемые, непослушные, взбалмошные, вот такого нрава будет, значит, повышенное вожделение у ребенка с рождения. Если муж и жена в обиженном состоянии начинали ребенка, он будет замкнутый, вот, очень трудно выражать ему будет мысли, обидчивый по каждому поводу. И так далее. Вот это настроение ума. Поэтому в древние говорили, что свадьба должна проводиться вот таким образом, чтобы оставались духовные впечатления, возвышенные после свадьбы. Никто никогда не пил, ни жених, ни невеста на свадьбе, допустим. Да? Потом они чтили традиции старших, они всегда старше слушали благословения, они вот настраивались на какие-то вот... Отсюда красивые наряды невесты. Да, это должно быть красиво, это праздник, это, знаете, это настоящий праздник в жизни, потому что здесь мы говорим о будущем поколении, которое вот пойдет, вот этот род будет продолжаться, честь рода будет продолжаться, династия, вот ценности все будут поддерживаться, потомки достойные должны быть, это главная как бы идея была брака. Вот. А потом, сейчас, то есть эти церемонии утрачены, и люди имеют тенденцию, ученые, создавать искусственный интеллект, искусственное как бы живое существо, пробирки где-то, или в электронном виде, или человек-робот, потому что совершенно человека родить никто не может, то есть, ну, гениального, способного, талантливого. Утратили способность рожать таких детей. Рождаются дети, не знаю какие. Ну, неправда. Посмотрите, сколько разговоров о детях Индиго. Так. Дети кристаллические, там еще какие-то есть. Совершенно удивительные дети. Они все приходят и приходят в этот мир. И, в общем-то, надежда на них, что они его сумеют изменить к лучшему. А вы говорите, не приходят талантливые. Конечно, приходят. Это хорошо. Хорошо, да, если дети приходят какие-то, вот их больше становится сейчас. Когда-то была редкость, да? Ну, противоречите сами себе. Да, вот я сейчас объясню это. Их было мало очень таких детей. Сейчас больше становится. Так, потому что духовное знание распространяется, люди уже что-то слышат об этом и ум возвышают, лично сами это делают. Это первый момент. То есть также множество сейчас женщин, вот я вижу именно женщины в обществе, которые заинтересованы в чистых браках, несут такую ответственность, как они на себя возлагают, за брак, за мужество, за будущих детей, очень серьезно к этому относятся. То есть вот в мою бытность такого не было, просто никто не знал этой науки, никто не настраивал себя таким образом. Это дело было, ну, как побочный продукт брака. Ребенок родится сам по себе, никто об этом не думал. Мое поколение было таким. Все-таки не все. Сейчас уже, смотрите, психологи есть, они там говорят, как нужно носить, о чем думать, да, более сознательно. И вот у них уже дети рождаются лучше. Конечно, у них тоже есть свои проблемы, они не поняты, эти неузнанные дети. На Индиго проверили, и все на этом. Они вообще не поняты. В том-то и дело, что страшно загубить их. Вот, поэтому нужно, кроме того, что дети рождаться будут хорошие, еще создать для них среду соответствующую. Да, вот это наша задача тоже сейчас. Почему мы это знание сейчас распространяем, чтобы среда была такая, чтобы были общества такие, или клубы такие, куда могли бы эти дети приходить. Прежде всего нужно готовить учителей и родителей. Учителей и родителей, да. Вот. Вы знаете, в Казахстане какая интересная новость? Там руководство города... Лекции по семейной жизни, которые мы семинары разрабатываем, вот эти темы. Дети, семейная жизнь, отношения мужа и жены. Есть лекции очень хорошие. Психологи, там духовные люди, прекрасные есть лекции. Они обязали во все ЗАГСы города прослушать всем молодоженам до брака. Вот они подают заявление. До брака имеется у них в течение месяца, они должны пройти подготовку, прежде чем зарегистрируют брак. Иначе не регистрируют брак. Как правильно. Видите, как? Ну, это правильное руководство, это же хорошо. И вот теперь они это приняли решение. У всех ЗАГСов города сейчас они обучаются. В Казахстане уже вот такой шаг сделали. То есть что-то уже получается, видите? Я думаю, что тоже нужно об этом подумать, о молодых семьях, о будущих детях. Это противовес тем вещам, которые деградируют сейчас, скажем. Я говорю о западной культуре однополых от этих браков. Это противовес нужно. Мы должны победить, показать, что тут лучше все-таки естественный брак и осознанный брак.
чем все эти странности. А что такое вообще жизнь? Жизнь — это любовь, знание. Жизнь она вечна. Любви все ищут. Но мы хотим сказать, нужно потрудиться. Любовь без знания, невежественная любовь не поможет. Ведь мы на самом деле уже живем в атмосфере любви, это же тоже царство Бога. Но мы не знаем это, не осознаем эти вещи. А так много получаем. Даже вот свет солнца взять, сколько мы получаем энергии, сколько мы получаем счастья от природы, да. Нам столько дано человеку, понимаете. И поэтому сейчас развитие знания, не сразу любовь мы сможем понять и принять. Сначала нужно получить знания, подготовить себя к этому. Затем можно встать на эту стезю любви уже. Что она в сердце дремлет. Это нужно пробуждать и пустить в достойную среду, чтобы она не ушла оттуда обиженная, непонятая. Вот такие усилия потребуются. Я верю в это, потому что индивидуально это получается. У всех, кто делает. Значит, можно создать общественное. Я думаю, что мы остановимся на этом. Спасибо. Напомню, Александр Хакимов, философ, писатель, специалист по ведической культуре. Всего доброго.